Провожу поиск, поиск, поиск. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Подойди поближе, взгляни. HB-30, косоиду. Поторопитесь, поторопитесь. Тебе нужно что-нибудь особенное? Не все, что присылает Фенчерч, пригодно для продажи. Повышенный радиационный фон. Отправляю на карантин. В Эververs есть все, что нужно. В Эververs есть все, что нужно. Кабинет 709. Кабинет 709. Подойди поближе, взгляни. Ума не приложу, где только мой дядя все это находит. Ты что-то ищешь? Не все, что присылает Фенчерч, пригодно для продажи. В Эververs ты найдешь все, что душе угодно. Фенчерч вечно рассказывает небылицы. Как правило, я ему верю. Спасибо за посещение, Эververs. Без проблем. Ага. 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 Забирай. Забирай.
мы будем смотреть. После того, как его перезаписали, он сам не свой. Кто победил? Плохо. Хорошо. По рукам. Надеюсь, мы будем тобой гордиться. Посмотри поближе. Покажи им. Рад, что ты снова с нами. Заявка одобрена. Прекрасно. Пользуйся на здоровье. Возвращайся на фронт. Ему должно быть несколько сотен лет. Возможно, он появился еще до. Чем могу помочь тебе там?
Схема данного сооружения не вселяет в меня уверенность. Эта война, бесспорно, представляет собой сложный алгоритм. После того, как его перезаписали, он сам не свой. Смешно же. Она молодец. Я всегда рад видеть стражей у себя, даже в таких условиях. Мне надо отдохнуть. Можно вешать сколько угодно, эта штука все равно летает как у мертвой орбиты на равнинах есть фабрикант, который круглосуточно штампует палатки. Да, да, страж, давай уже переходить к делу. Какой ужас! О, нет. Я всегда говорю, что нет ничего лучше зашифрованных данных. Оставайся начеку, страж. Возможно, мы не в такой уж безопасности, как нам кажется. Круто. Почему мы не вступаем в переговоры? И вообще, может, отдать им странника? У тебя есть что-то для меня, страж? Мир меняется, страж. Ты должна подготовиться и приспособиться. Маневренность ни к чему. Это же просто бомба. Превосходно. Нужно доделать. Превосходно. Прежде чем заполнять заявку, надо уточнить требования. О, да.
Как насчет патруля?
пожаловать на Невс. Эта планета кишит вексами. Красный Легион выслал свои группы, и мы хотим знать почему. Нейра, ты на связи? Командор, ваш любимый ИИ готов к работе. Я подключена к сети Вексов. Согласно полученным данным, Кабал запустил серию сотрясений в ядре Несса. Только этого мне и не хватало. Водопад из масла вексов. Давай остановимся и... А как насчет энергощита? Думаю, за этим барьером присматривать находящийся неподалеку векс. Ну, я мог бы... Ну, ладно, откроем огонь. Зачем Красному Легиону вообще понадобилось здесь бурить? Согласно радиопереговорам, им нужно больше оружия. Да неужели? Кажется, этими бурами управляет целый батальон Кабал. Целый батальон? Что это для того, кто сразил богов в сердце Черного Сада? Thank you.
обнаружила значительное скопление Вексов. Единственный способ добраться туда — проскочить мимо тех огромных шипастых буров? Отлично. Хотят вернуть бур.
завала. Модульный разум нейтрализован. Отлично. Нейра, как ты оцениваешь этот инцидент? Если верить записям Вексов, Кабал обнаружили разум и начали раскопки, чтобы захватить его. Если бы Красный Легион достиг цели, то с вероятностью в 60% этот планетоид был бы уничтожен в последующих битвах. К счастью, в дело вмешался капитан. Шинель. Наши разведчики докладывают о резком изменении в поведении одержимых в ЕМЗ. Это верно. Они работают сообща. Передвигаются строевым маршем, как подготовленные войска. Вопрос, имеет ли это отношение к активности одержимых на Ио, о которой говорила Икора? Гадко будет, если у одержимых появится новый король. Мы этим займемся. Одна из моих команд сообщила, что энергия одержимых заражает воду. На одну систему очистки надеяться нельзя. Если зараза распространится, начнут умирать люди. Гадости. Почва и вода вроде в норме. Значит, мы знаем, что делать. Избавиться от очагов Мора. Бригада по добыче блеска. Остановите их. Далеко все еще прослеживается энергия одержимых. Они в каждом уголке гидроэлектростанции и... вот они. Что бы это ни было, оно под землей. Если одержимые хотели отравить всю мертвую зону, то место то, что надо. Оно выбрано не случайно. Тогда получится, мы с тобой ферме все попадем. Мы все еще выхаживаем пострадавших в Красной войне. До этого не дойдет. Thank you.
Сукина! Ха! Теперь попробую добыть блеск без буры. Отлично. И не поставили охрану? Что-то здесь не так. Одержимые подчинялись Красному Легионеру. Это объясняет их организованность. Не думаю, что без Орикса они по-прежнему могли бы... обращать. Мы с Икорой разберемся с этим. Между тем, загрязнение сокращается во всем регионе. Падшие только об этом и говорят на всех каналах. Как бы мне не хотелось это признавать, защита этого места — наша общая задача. Это и их дом тоже.